Томсо, правда, что при разводе семьи в Чечне ребенок остается с отцом? И твое мнение по этому поводу? В основном так. С этой проблемой часто сталкиваются в Европе, когда родители начинают балаган с детьми. Поэтому мне и страшно жениться на немке. Не знаю, как поступить. Какой совет дадите? Томсо, если рисование в исламе запрещено, музыка запрещена, театр запрещен и тому подобное, как в будущем видишь развитие искусства нашего фольклора? И тому подобное. Из уст в уста маловато будет. Томсо, правда, что при разводе семьи в Чечне ребенок остается с отцом? И твое мнение по этому поводу? В основном так у нас устроено, да, это правда. Но как обычно делают? Если развелись и ребенок маленький, то, как правило, до выхода замуж матери он остается с матерью. Не разлучают обычно с матерью. Но если она хочет выйти замуж, допустим, тогда да, ребенка она отдает в отцовскую семью. Как я к этому отношусь? Ну, нормально я к этому отношусь. Если там все как бы без каких-то нарушений прав, то я к этому отношусь нормально. Другое дело, когда начинаются какие-то нарушения, когда, например, мать лишает отца возможности там видеться с ребенком, или наоборот, отец лишает возможности мать видеться с ребенком. Опять-таки, если там нет каких-то причин, понятно, если там мать какая-то непутевая, ей не дают видеться, разумеется, это будет обосновано. Или наоборот, если там отец какой-то не такой, ему не дают видеться, это другие случаи. Но когда это делается просто назло из-за там каких-то моментов, то, конечно, я к этому отношусь плохо. Но у нас в республике обычно такие вопросы всегда, они еще при Советском Союзе, и тем более сейчас, они очень легко решались. Всегда везде есть какие-нибудь авторитетные люди, старейшины, которые договариваются, эти вопросы решают. У нас как-то каких-то проблем в этом сегменте, по крайней мере, я не наблюдаю. Здравствуйте, Тумсо. С этой проблемой часто сталкиваются в Европе, когда родители начинают балаган с детьми, поэтому мне и страшно жениться на немке. Не знаю, как поступить. Какой совет дадите? Ипон, у нас специалист в отношениях с немками, он даст хороший. О, уже пришел совет от Ипона. Абхаз, женись, все мужики должны страдать. Вот хороший совет. Томсо, если рисование в исламе запрещено, музыка запрещена, театр запрещен и тому подобное, как в будущем видишь развитие искусства нашего фольклора и тому подобное. Из уст в уста маловато будет. Ну, насчет рисования. Рисование в исламе не запрещено. Запрещено рисовать изваяния живых существ. А так само по себе рисование не запрещено. Рисуй природу, там, я не знаю, здание, все, что не одушевлено, рисуй, пожалуйста. В этом нет никакого запрета. А что касается музыки, ну, если весь фольклор или искусство сводится к музыке, то, ну, значит, не будет искусства. Что касается театра, тут я не силен, я не знаю, что я никогда не посещал театр, я не знаю, что это, нужно это нам, не нужно. Это лучше, наверное, поговорить с теми, кто в этом разбирается. Театр я привел в пример, чтобы кинематограф, например, развивать. Рисование живых существ, анимация, мультипликация и так далее. Ну смотри, анимация, мультипликация, здесь, я думаю, вообще никаких проблем нет. Это проблема ведь именно в создании, то есть то, что ты нарисовал и там, допустим, повесил или слепил какую-то скульптуру и поставил. Вот где проблема. Все то, что электронно, вот мы с тобой сейчас говорим посредством как раз изображения этого видеоэфира, в этом же нет проблем. Поэтому анимация, мультипликация, я не думаю, что в этом есть какие-то проблемы. Что касается театров, еще раз повторяю, я, ну, не компетентен, наверное, в этой теме. Вообще, я думаю, для нас сейчас это не основополагающая вообще тема и проблема, которую мы должны обсуждать.
Зная чеченский, можно понимать арабский или персидский или другие какие языки? Никакой язык в мире ты не можешь понимать, если ты знаешь чеченский, кроме чеченского, ингушского и бацбийского. Ну, по сути, у нас один язык, просто разные, можно сказать, диалекты, поэтому ты вот только вот эти вот три народа друг друга будут понимать, больше никто ни тебя не поймет, ни ты больше никого не поймешь. Нам, северокавказским мусульманам, надо возвращаться к нашей арабской письменности как самый подходящий буквенный код для наших языков. Странная кириллица, которую нам силой всучили, абсолютно не подходит. Ну, насчет кириллицы, ухода от кириллицы я согласен, но я все-таки за латиницу, не за арабскую вязь. Я думаю, латиница для нас будет более привычнее и более применимой. Универсальной, да, для более полезной для нас. Но я не претендую на то, что это прям... Пусть, наверное, это решают специалисты в этой теме. Брат Тумсо, еще один вопрос. С кем бы тебе было интересно провести совместный эфир касаемо Чечни и чеченского народа? Наверное, ни с кем. Мне не интересны эфиры, в которых, допустим, мы бы просто обсуждали бы какие-то темы. Не знаю, мне не интересно. Мне интересны какие-то диспуты, споры, там, где противоположный собеседник будет иметь противоположные взгляды. И мы с ним будем о чем-то спорить. Такое мне интересно. А просто о чем-то там говорить, ну, мне кажется, я уже достаточно поговорил. Мне уже не интересно это. Так, вы когда извинитесь перед дагестанцами за захват роддома? И почему Радуеву дали орден команды, Коман-Сим, хотел написать, за захват роддома? Давай мы, когда деоккупируемся, тогда ты предъявишь нам эти претензии, если они у тебя будут. И мы тогда, если надо, мы это разберемся в этой ситуации, если надо, извинимся. Если надо, там орден неправильно дали, мы его там посмертно отзовем. Но сейчас, я думаю, нет смысла об этом говорить.